нужно было убрать щиток от печки, сделать прямую стену. Для этого нужно было его демонтировать. Там дальше образуется проем между стенами, который потом нужно будет заложить. Вот такой проем. Затем закладывать. Вообще, по правилам, кирпичи кладут по 4 ряда, да, чтобы они потом не уходили. Но с помощью доски, используя такой вот простой лайфхак, у меня получалось гнать по 8 рядов. Доску потом наверху, ну, то есть оставляю. Это если ложить кирпичи плашмя. А с другой стороны стены пришлось закладывать ребром кирпичи. То есть ставить ребром. Там установка досок немножко выглядит по-другому. Там нужно использовать 3 доски. То есть устанавливаешь доску, выкладываешь кирпичи по ней. Причем это хорошо, что у тебя кирпичи закладываются сразу по факту стены. Вот какая стена есть, так и закладывают. Ну, это пока не сплошмя кирпичи. А вот, как я и говорил, когда на ребро. То есть доска поднимается, и они вот так вот кладутся, то есть по 2 ряда на одну доску. Вот таким образом, тогда можно 6 рядов гнать, и они никуда не денутся. Также, когда сверху докладываешь кирпичи, как ни крутись, остается щель примыкания к потолку. И можно использовать вот такой вот простой способ сделать раствор. Вот полиэтиленовый мешок, кончик отрезать и выдавливать в щель. Вот таким вот образом можно выкрутиться, даже если ты, как говорится, неопытный каменщик. А поскольку я совсем не каменщик, но пришлось делать вот такую работу, вот такие моменты получились. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До свидания!